Это обновленный дом ветерана войны Григория Берлева на улице Луговая в Адлере. Анатолий Пахомов во время одного из обходов района побывал здесь лично. Тогда пенсионер, ему 94 года, попросил отремонтировать фасад его частного дома. Сегодня жилище Григория Герасимовича уже отделано сайдингом. Решено было и обновить крышу. Рабочие красят ее в единый для всех домов района красный цвет. Старый дом 54 года уже весь полопался. Ну, Пахомов приходил, какие будут пожелания. Ну, мы попросили, говорю, вот сайдингом обшить. И вообще большое спасибо, навещают его, не забывают. Приходят и на 9 мая, в этом году и на Новый год приходили. Поздравляют с праздниками, какие-то подарочки дарят ему. И таких ветеранов, как Григорий Герасимович, только в Адлере 138. Каждому из них помогут с ремонтом, либо с покупкой бытовой техники. Всего же в Сочи 429 ветеранов и участников Великой Отечественной получат эту такую необходимую для них помощь, а 277 пройдут лечение в санаториях курорта.